Привет! Привет! Ты? Рассаживайтесь по местам, пора начинать урок. Привет! А где клоун? Кто? Клоуна! Ребята, а вы знаете волшебные слова? Да! Давайте все вместе их произнесем, и клоун появится. Кря-кря-кря. Согласны? Да! 3-4 и... Энни, Бенни, Раба. Я знаю такие. Кто какие знает? Тишина. Ани, Бани, Бум. Ани, Бани, Бум. Кто еще какие волшебные слова знает? Я знаю. Пожалуйста, приди к клоуну. Пожалуйста, приди. Это хорошие волшебные слова. Еще? Кто-нибудь знает? Тогда будут такие. Раз, два, три, клоун, приходи. Раз, два, три, клоун, приходи. Уоп! Здравствуйте, мальчики, и здравствуйте, девочки. Привет, ребята. Звали? Да. А что вы хотите от меня услышать? Сказку. Не слышу. Сказку. Сказку. О, я придумал. Сегодня мы будем с вами слушать якутские сказки. Вы слышали такие сказки когда-нибудь? Сегодня первый раз услышите, да? Да. Зато я знаю, каких персонажей вы сегодня будете рисовать. А каких? А вот я пока не буду говорить. Вот как вы думаете, кого? Зайца. Тепло, но не горячо. Кого еще? Невеста. Принцесса невеста. Какие догадливые дети. Да. Более того, сказка называется «Кто-то и зайца боится». Не слышали такую сказку? Не слышал, точно. Ну что за жизнь? Как-то в горькую минуту посетовал заяц. Всего-то я боюсь. Все меня пугает. Треснула сухая ветка, я вздрогнул. Птичка с кустика на кустик перепорхнула. У меня сердце в пятке. Мышь по листьям свою норку прошмыгнула. И это меня испугало. Есть ли вообще кто или что на свете, чего бы я не боялся? Чем так жить? Да перед всеми, как осиновый лист, дрожать. Лучше утопиться, подумал заяц. И побежал косой на ближайшее озеро. Подбежал к озеру и уже начал выбирать себе, где поглубже. Но тут заметил, что рядом по берегу лягушка-квакушка скачет. Струхнул наш заяц, прижал свои длинные уши. А потом подумал, так ведь все равно погибать. Была не была. И прямо на лягушку скок. Та еще проворнее стала скакать и быстрее от зайца. «Ах, горе мое!» — думает лягушка. «Страшный заяц! За мной скачет страшный заяц! Как бы он меня не съел! Ах, боюсь! Ква-ква-ква! Боюсь!» И с тем бултых в озеро. Заяц от неожиданности аж на задние лапы присел. Ушам своим не верит. «Вот те раз!» — подумал заяц. Выходит, и меня кто-то тоже боится. Надо тогда погодить, подумал заяц с озером. Повернусь-ка я обратно в лес. И ушел. Вот такая сказка. Как вы думаете, а чему эта сказка учит? Что надо верить в тебя и не бояться. Правильно, так правильно. Ничего не добьешься. Здорово. Хорошая мысль. Не надо бояться, когда ты увидишь кого-нибудь. Надо просто посмотреть, а если он слишком страшный, тогда уже и прятаться. Да, Катя, а ты как думаешь, чему учит эта сказка? Я думаю, что надо верить в себя. И если ты почти все боишься, найдется, чего ты не боишься. Здорово, здорово. Даже есть такая пословица. Трус и таракана примет за великана. Вот такая пословица есть, тоже подходит к этой сказке. Ребята, ну что, покажете свои рисунки? Да. Так, Артем, рассказывай. Это заяц. Так, заяц.
Это что он делает? Он это скачет. Скачет. Заяц скачет. Хорошо. Так, Кристин. Я нарисовала, как заяц убегает из леса. Ага. Это вот, да, 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 как бы. О. У меня лягушка говорит, боюсь, Это лягушка бежит от зайца. Боюсь, да? Боюсь, да. Смешная лягушка, да. Где-то там заяц за ней гонится, да. Ребята, не забывайте нам присылать свои рисунки. Мы очень тоже хотим их увидеть. Правда, ребят? Да. Вот. Ну, а нам пора прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До свидания!